Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, меня зовут Даугир, фамилия моя Шакиржан. Особо приветствую эзо подписчиков своего канала на YouTube. Целевой аудиторией моих видеороликов эзотерического направления являются брахманы, то бишь представители четвертой касты. Только лишь брахманы могут понять глубинный смысл моих видеороликов, эзотерического направления, моих эзотерических лекций и тех видеороликов, где рассматриваются те или иные аспекты, тонкости и нюансы процессов, происходящих на тонких планах. В этой связи мы продолжаем рассматривать термины восточной эзотерики, и среди них есть такой термин, как бхакти. Бхакти – это слово означает поклонение Богу. Человек, идущий по пути бхакти, он считает, что вот нужно свою жизнь посвятить служению. Каждое его действие является служением Богу. Вот такой вот смысл вкладывают деятели восточной эзотерики в этот термин бхакти. На этом до свидания, до новых встреч.